Попали это самое, на яму в автостанцию только что. На автостанцию, да. Автостанция ниже Южного, вот эта яма внизу. Да я понял, он часть... Где маршрутки, да, там горит, горят маршрутки, горит, блин, автостанция. И потому что отбили, блин, где-то недалеко от нас, там, где я нахожусь, потому что слышно, блядь, как гупал миномет, блядь. Да где-то вот с этого, с пахаря. Где, ну с пахаря, мы вчера кошмарили, мы на БСС стояли, он только час назад, как я пацанов, блядь, на отбой положил, блядь. Представь, вот бахало, вот начало бахать, сейчас я тебе скажу, может минут 20 назад. Ну, где-то... час назад только в часть заехали, блядь. Ну да, выстрелов где-то 5 я слышал, что вот ебануло, блядь, с поселка где-то. Именно я стою к дороге, смотрю, на дорогу смотрел, думаю, может где-то с улицы, чтобы увидеть, кто, блядь. А ебашили слева, а слева поселок Пахарь. Красный Пахарь это, да? Ну да, получается, да, с этого поселка, откуда-то с частного сектора, слышно. Ну и... Я, ну, надо, короче, поговорить не по телефону. Короче, это, давай, самое. Я сегодня в сутках, а завтра я выходной. А нам обязательно надо поговорить, потому что есть о чем. Хорошо, Ленечка, я заеду к тебе. Блин, я тоже не хочу, блин, честное слово, мне сутка, я разрываюсь, там упаду нахуй. Да и я тебя тоже понимаю, брат мой, что да, у вас завал, потому что да. Да завал, но это не то слово завал. Он сейчас вам с утра хуярит по части, чем-то тяжелым. Разговор будет предметный. Все, брат, я буду... Да, да. Пользой давай, для общего не, дела. Не по телефону, давай, родной. Конечно, конечно. Все, давай. Давай. Ага, давай, давай, брат мой, давай, ага, пока. Давай. Да, братка, привет. Привет, по вам попали, не? Не, брат, а рядом ложится, пиздец. Ебанули он по автовокзалу, говорят, маршрутки, хуютки, блядь. Надо, чтобы ты как-то подъехал, у меня человечек есть, я так понимаю, хочет нам дать взрослую информацию, там, если его. Ну, смотри, они положили вокруг дома первого, там залетело, осколок срезал люстру аж. Где Загар. Дом первый, отойди у Загара, да? Да. Ебать того надо. Угу. Я просто не пойму, куда они метят. Туда, блядь, или просто... Ну, вчера, смотри, по нашей информации, вот сегодня хуярили по автостанции, ебанули, маршрутки, говорят, знаешь, по автовокзалу попали. Короче, ебашили с Красного Пахаря, у человека за Нинсу сказал. Вчера ебашили, вот это же пиздовали по нам, вот когда ты был. Это хуярили из-за гостиницы Прага, сейчас на секторе. Кто там сидит? Я не знаю. На Праге сидят. Ну, а на Красном Пахаре? Пахари хуё знает, блин. Короче, брат, какая-то хуйня происходит. Я сам что-то не пойму. Нихуя, блядь. Тут просто реально не пойму. Куча, блядь, средств, блядь, куча сил, блядь, куча подразделений есть. Там ГБ, да. Блядь, милиции, полиции, всякие да, соколы, никто, никто ничего не делает. А мы ж не сможем, блядь, бегать. Мы не успеваем просто туда. Да, ну, конечно, ну что. Мы отрабатывали опять это самое. Пока мы отрабатывали, было тихо. Только, блядь, это самое, глаза увидели, что да. Мы сняли, что пиздец, начался кошмар. Да ну ебано в рот, блядь. Дети, блядь, внутренние войска эти дикие, блядь. Не знаю. Короче, ты сможешь подъехать ко мне? Подъедь, человечек там информацию хочет дать, интересно. Ну, еще пока не знаю, дел дохуя, еще пока не знаю. Ну, короче, давай, я на базе. Давай, давай. Два раза отдал тебе. Да, братка. Братка, привет, что вы там? Собираемся на 9. Собираетесь на 9. Короче, смотри, попали по автовокзалу, блядь. По Южному? Да, горят там маршрутки, хуютки, у человека звонился. Ебанули, короче, первого обстреляли сегодня дом вокруг, блядь. Осколок залетел в хату, аж люстру срезал нахуй. Ебашат, короче, где-то с Красного Пахаря, блядь. Так что вот такая вот информация, братуха. Понял. Все, давайте, если что, пацаны, берегите себя, давай на связи. Если что-то будем делать, давай как-то совместно, то есть все-таки уже больше скидки. Я понял, хорошо. Давай, родной, хорошо. Давай. Да, братка. Ну, слушая информацию к сведению. Да. Взяли одну группу. Сейчас, Дима сам звонит, да. Да, взяли одну группу. И как ты думаешь,
оказались граждане России, сотрудники армии ДНР. Ну это пиздец. Какая-то хуйня мутится, внутренняя какая-то движуха идет, да? Да. Тут именно специально да. подорвать это все хотят, сука. Я не знаю, ну, короче, их взяли, но... Короче, хаос. Ну, доводить до небожителей Олимпа, блядь, просто, как-то просто доводить. Просто, понимаешь, да, просто, я думаю, такое вряд ли доводить, это во-первых. А во-вторых, вот то, что мы и говорили, что они не заходят сюда, а то, что здесь находятся, понимаешь? Да. Все, добро, ладно. Братка, давай, обнял тебя, бери себя, Димочка, давай.